начну, пожалуй, я с аренды жилья в двух районах Токио, которые мы арендовали в апреле этого года. Первый район Тайто, второй Ригоку. Тайто – это спальный район малоэтажной застройки. Недалеко от него находится знаменитый парк Уэма. Жилье представляет собой двухэтажный новый дом из трех комнат, двух туалетов на первом этаже. И одна комната, туалет, ванная и гостиная, находится на втором этаже. Дом оснащен современной техникой. Автоматизировано все, начиная от дверей, заканчивая туалетами. И единственный минус – далековато от основных станций. Цена за сутки около 58 долларов или 3700 рублей на двоих. Теперь Ригоку, обведен кружком, находится рядом с районом Тайто. В пешей доступности от арендованного жилья находится дворец и музей Сумо, ресторан Макдональдс. Отсюда можно легко добраться до основной достопримечательности Токио, телебашни Sky Tree. И огромный плюс – это жилье расположено буквально в двух шагах от станции. Гостиница Smile Home занимает второй этаж семиэтажного жилого дома и напоминает общежитие на 9 комнат. Наша комната, 9-я. Цена за сутки где-то 43 доллара или 2700 рублей на двоих. May I have attention, please? This is a final boarding call for Finnair flight AY72 for Helsinki. Аэропорт Нарита. Третий этаж, зона вылета. Тихий уголок. До гейта на Москву метров 300. Чай, кофе, саке. И это месяц апреля. Летим домой. Новинка у крейсера. Принесли. Которые готовили вот это все? Самый мощный за полвека, Япония до сих пор не может прийти в себя после сильнейшего тайфуна Хагибис, погибших 79 человек. К сожалению, осталась только эта фотография из приглашения. Третье жилье, которое мы арендовали в Токио, было в районе Синдзюку. Но тайфун Хагибис повредил квартиру. Компания Airbnb не только вернула деньги, но и сделала скидку на съем другого жилья. Но дорогие квартиры остались только в Рюгоку. Так что опять Рюгоку. Смотрим. Если раньше на борту джал и зал напитков было только белое, красное вино и пиво, то сейчас добавили саке, водку, джин, виски, бренди и плюмбайм. Еда – мясо без строганов, рис, картошка, фасоль, морковь, соус – всего понемногу и очень вкусно. Еще салат с буженины, а на десерт – фрукты, рулет, мороженое. И это все на ужин. А на завтрак бутерброд с ветчиной и помидорами, фрукты, йогурт, и можно еще отдельно заказать мисс-суп. Да где я, тебя нет? Лететь 2 часа осталось. В метро уже символы олимпийские висят. Добрались до нашего любимого Рюгоку. По локации соседний дом. Вот. Такой милый подъезд. Вот здесь набираешь код и заходишь. Странно, в подъезде нет стекол. Вообще. Наверное, типа балкона. Пока здесь не убирались. Чисто? Все, мы уже зашли, вроде убрались.
туалет. Да, с умным унитазом. Кухня. Газовая плита. Все средства есть для мытья посуды. Две огромные кровати, двуспальные. Так, свет. Ну, тихо, кстати, на улице. Все, с балкона выходим. Что забыла? Ванную забыла показать. Маленькая ванна, метр, наверное. Это я после музея остался номер. Так, а здесь, где свет включается, дубль 2, вот, третья. Все, не могу, сил никаких нету. Вот. Ванная, коридор, ванная.